Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать на канал Nimita -E Games Projects. Меня зовут Владимир, и сегодня небольшие вложики. Да, полноценного видео не будет. Оно в продакшене. Кстати, давайте я прикреплю в подсказочке голосовалочку в которой я попрошу вас ответить, какой из видео вы бы хотели видеть в первую очередь. Это ретро-печка или ностальгия. Они плюс-минус на одном и том же этапе производства, поэтому то, что вы выберете, то и будет первым. Это к тому, что все-таки работа идет. Ну а влогов давно не было, и почему бы именно сегодня не затеять небольшой вложек. Итак, чтобы нам такое рассказать, чем бы поделиться. Многие знают, что февраль выдался абсолютно скучным на Наполнение контентом канала. В действительности он был самым таким непродуктивным месяцем этого года. Ну, по крайней мере, пока. А март за ним поспевал, но чуть-чуть обогнал совершенно. То есть не намного лучше был. А тем не менее, кое-как мы там выходили в примерные показатели, нужные для канала. Конечно же, не дотягивали. Ну, а вот апрель. Апрель уже выдается прям замечательным. На фоне того же февраля, на фоне того же марта. То есть сейчас, на текущий момент, количество часов просмотров на канале, а я в первую очередь сужу именно по количеству часов, то есть насколько активно и долго люди смотрят а видео на канале, мы обогнали целый март, то есть за две недели мы выполнили всю норму марта, тем самым выровняли статистику по часам просмотров уже практически до нужных 4000, тысяч, потому что мы за январь, февраль и март не самые активные потеряли 300 часов просмотров, да, которые нужны для того, чтобы монетизация оставалась включенной, и видео кое-как продвигались, хоть и слабо. Хотя, в принципе, подписчики потихонечку начинают идти в плюс, даже несмотря на то, что регулярно есть отписки. Окей, так вот, по этому показателю мы уже догнали да и даже перегнали март. Я думаю, что если темпы останов... О, ну, останутся такими же, то мы перегоним оба месяца сразу и февраль и март. Так что, ребятки, спасибо вам за то, что смотрите. Много, долго, особенно то, что так активно начали приходить на стримы. Особенно хочется поблагодарить новеньких ребят, которые как раз в апреле подтянулись, которые стали активнее залетать на стримы. Всем-всем вам отдельный привет. Кстати, спасибо за донаты, ребят. Да, немного, да, небольшие суммы, но даже это для меня прям супер показатель, потому что, ну, это просто приятно. То есть, самой цели заработать денег нет, но лишний бонус там на какую-нибудь, может быть, игрушку, может быть, на какие-то материалы для Джоджо, -Джо, может быть, на что-то еще, это всегда здорово, это всегда круто. YouTube тоже начал с рекламы там добавлять какие-то копеечки. В общем, ребят, отдельное за это спасибо. Вы просто молодцы, вы супер. Я очень рад, что вы пользуетесь этими функциями. Окей, кстати, заикнулся от Джоуджу. Давайте я сразу закрою тему Джоджу на этот месяц. Итак, Джоуджу стоит. Ну, практически. То есть я купил себе бумажный скетчбук, я на одном из стрим его показывал, там я накидываю всякие зарисовочки, набросочки, придумываю концепты для того, как будет выглядеть та или иная локация, возможно, какие-то здания, возможно, еще что-то, возможно, какие-то элементы интерфейса. То есть это исключительно скетчбук для того, чтобы рисовать, набивать руку и при этом продумывать некоторые варианты Джоуджу. Почему он более-менее встал? Окей, давайте сразу скажем, я, как многие знают, и, собственно, на канале появились несколько спид-мапинг видео, посвященных а, именно мапингу в игре "Светлый человек" по мотивам книги Макса Максимова. Кстати, ребят, можно будет на литресе это дело поискать, я даже прикреплю ссылочку. А, чтиво на любителя. Это фантастика, это наша современная фантастика. То есть, если кому-то нравятся такие детективно-приключенческие истории в фантастических сеттингах, просто, ну, наверное, все-таки такие постапокалипсические или в процессе апокалипсиса, да, то можно будет купить, почитать, поддержать автора, заодно проникнуться и, возможно, заинтересоваться игрой, которая мы делается более детально и понимать, что там происходит. Так вот, я делаю там карты, исключительно маппинг на мне, то есть пока только эти функции, конечно, кое-какие геймдизайнерские идеи тоже подкидываю а в силу там, хода обсуждения. Так вот, много сил уходит именно туда. А, занимаюсь этим проектом регулярно. Собственно говоря, по спидмаппинг-видео вы видите приблизительно а, масштабы да, и объемы, которые тратятся времени на этот проект. Поэтому на тот же Джоджи остается совсем-совсем чуть-чуть времени. Тем не менее, мы это делаем. К тому же, да, активность повышается за счет того, что чаще стримы, стримы на разные темы. Это RPG Maker, это Red Alert, это Counter-Strike вновь. И, возможно, сейчас опять будет Age of Empires, что-то еще, да. Опять же, куча всего делается. Поэтому и Джоджу немножечко подостыл. Опять же, сейчас я вписался в разработку игры на конкурс РТП, чтобы поддержать нейтральную полос. У них день рождения проекта. И запустили РТП конкурс. Я давно говорил, что хочу поучаствовать в каком-либо конкурсе. В вот прошлом мне абсолютно не понравился. Идея, конечно, была неплохая, но условия и так далее и тому подобное были ужасными. Поэтому я сразу стал... Так скептически к нему относиться и поэтому не вписался, в силу того, что ну просто физически бы мне это было бы невозможно, наверное. То есть неинтересно. Не... В общем, не понравилась мне идея, а вот РТП, в принципе, почему бы и нет, это позволит мне создать некоторый контент. Скоро будут выходить видео со спидмепингом, кое-что я уже показываю на стримах, поэтому тут тоже ближайшие RPG-мейкерские стримы будут как раз таки по этим самым. РТП-конкурсом. Так вот, почему я этим занимаюсь? Ну, во-первых, просто поддержка, во-первых, привлечение некоторого внимания. И, ну, опять же, поддержка комьюнити, вне которого я вроде как нахожусь, но, тем не менее, оно мне тоже близко и интересно, и развивать его в моих интересах в том числе. Так вот, в процессе работы над светлым человеком и над РТП... Я все же отрабатываю некоторые механики, например, создание локаций для светлого человека идет по тому же принципу, по которому идут в Джоджо, при помощи плагина от Галва, слои графики, собственно говоря, и некоторые методы, которые я использовал в светлом человеке, открыли мне глаза на то, как можно упростить, ускорить и улучшить процесс разработки карты. В вот джо соответственно, тоже... А с плюсами кое-какие механики прорабатываются. К тому же параллельно Макс наконец выдал мне спрайт. Персонажа Джона, который будет и лазать, и прыгать, все. То есть, он полноценный, его осталось кое-как структурировать, расположить на Чарактер а, Шите, и он будет работать идеально. Максу огромное спасибо. И Макс же сейчас занимается, ну, не супер быстро, по мере силы, возможности, когда есть желание а созданием графики для других персонажей, то есть для NPC на карте. то есть, И по сути, Джоджо -Джо развивается. К тому же, недавно, Денис Кузнецов, дикей, привет, дружище выпустил обновление своего плагина, основного DK Tools до версии 8.02, что ли, не помню. Ну, в общем, хотя он вроде как сказал, что больше не участвует в этом процессе, но тем не менее, опять же, он помогал Александру сделать э Кое-какие истории в плане плагина для открывания замков то есть тоже интересный плагин. Эту идейку я хочу прихватить и к себе в проект, поэтому ребята там работают. То есть, несмотря на то, что непосредственно над самим проектом я не работаю, все-таки есть некоторые продвижения, некоторые вещи, которые косвенно продвигают этот самый Джоджо. Э, в общем, ребятки, такие вот новости. В ближайшее время мы сконцентрируемся на РТП-конкурсе, на работе над светлым человеком над тем, чтобы сделать то, что вы попросите, ретро-печку или ностальгию, что-то из них я точно хочу сделать, на стримах, на активности и прочих вещах. В общем, будем стараться, будем развиваться, будем делать всякие интересные штуки. Может быть, запустим пару-тройку каких-нибудь конкурсов для тех, кто любит Counter-Strike, как вот у нас было с 500 рублями на портал. Возможно, сделаем конкурс репостов для группы, давно не было никаких таких вещей, и периодически делать их будет полезно. Возможно, придумаем что-то еще, но на текущий момент основные планы такие. Работаем над светлым человеком, работаем над РТП-конкурсом, продолжаем активно стримить, общаться, развивать комьюнити, соответственно, делать ретро-печку и ностальгию, конечно же, делать уроки по RPG Maker MV от 0 до 100, разбирать плагины по вашим вопросам. Вот, например, на прошлом стриме мы этим занимались и так далее и тому подобное. То есть продолжаем работать в том же активном и интересном режиме. Ну и на этом, пожалуй, будем прощаться. Спасибо вам за то, что смотрите, слушаете и, соответственно, проявляете активность. Вас становится все больше, больше и больше. Это здорово. Поэтому те, кто еще не подписан, подписываемся, жмем колокольчики, потому что YouTube это дело любит. Оставляем хорошие, длинные, сочные комментарии, потому что YouTube тоже это любит, оказывается. Ставим лайки и а, участвуем в вопросике, который есть в подсказочке. Ну а на этом все. Пока-пока. Скоро увидимся.